22 мая по окончании праздничной божественной литургии в Свято-Успенском соборе Святогорской Лавры братья и паломники крестным ходом с молебными песнопениями, неся древний образ святителя Христова Николая, совершили восхождение по Кирилло-Мефодиевской лестнице к подножию храма святителя Николая Чудотворца на Святой Скале. Восхождение был прочитан акафист угоднику Божию Николаю Чудотворцу. Радуйся, верных прибежища граде, радуйся, твердое православие укрепление, радуйся, чистое Пресвятые Троицы, но сила и похваление, радуйся, Отцу равночесто Сына проповедовый. О, Пресвятый, непречудный, Отче Небожий, служение в Святых Горах в этот праздничный день возглавил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений. По восшествии на вершину Святой Скалы его Высокопреосвященство совершил водосвятный молебен святителю Николаю под сводами Андреевской часовни. Преклоните.
славу и благодарение и поклонение воссылаем со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достоя. Митрополиту Арсению сослужило братья и обители в священном сане. Песнопения исполнялись братским хором, а некоторые также и собранием верующих. Святогорский архипастырь произнес проповедь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Христос воскресе! В сегодняшний день, братья и сестры, когда мы служили на этом святом месте, на котором уже сотни лет собирается народ на праздник святителя Николая Чудотворца, чтобы отслужить литургию в этом древнем храме, чтобы причаститься святых христовых тайн в этой древней святыне на божественной литургии и чтобы воспеть молебен великих чудотворцах святителю Николаю.
И мы сегодня слушаем молебен, братья и сестры, и глядя на то множество записок, которые вы подали, вверяя свои души, свои просьбы, свои скорби, свои болезни, свои надежды и чаяния, вверяя угоднику Божию и святителю Николаю Чудотворцу. Кроме того, что мы здесь собрались, здесь сегодня в записках, наверное, несколько тысяч имен еще было помянуто. Тех людей, которые вверяют свою душу и свою земную жизнь в великих чудотворцах Николаю. И я вот скажу, братья и сестры, ведь чужому человеку, которому ты не доверяешь или в ком сомневаешься, навряд ли кто откроет свое тайное и сокровенное и душою своею доверится. А святителю Николаю доверяют как самому родному. Доверяют, потому что не просто верят, а знают, что святитель Николай поможет, что он услышит. И вот сегодняшний день, сколько душ человеческих руки воздевает к всему угоднику Божию, прося о помощи. Со всего мира, с каждого храма, будь то в монастыре, будь то в городе, будь то в селе, тянутся руки к святителю Николаю за молитвенной помощью, как будто ветки с деревьев. Столько народа просит его молитвенного предстательства пред Богом и его молитвенного заступления. И мы в сегодняшний день, вверяя братья и сестры, свои души и свою земную жизнь молитвенному предстательству ходатая и великого угодника Божия святителя Николая, мы пребываем, братья и сестры, в великом утешении. Окропляя святою водою, я, конечно, так смотрю, но каждый становится, детский сад. Да. Уже вроде такие женки, уже такие поважного віку, а все кричат, давайте еще и побольше, и их люпа, и она кричит, дай я тебе за це еще и руку поцелую. Да. То есть как мы, святитель Николай, как не то, что отец нам всем, а как дедушка, делает нас всех внучатами его. Таким, что мы действительно, братья и сестры, делаемся подобные детям, по слову евангельскому, будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное. Поэтому дай Боже, братья и сестры, то чувство, которое мы сегодня испытали на этом святом месте, с этим чувством утешения духовного и радости, и жить нам. А утешение и радость духовные, братья и сестры, они тогда, когда мы живем с Богом и с Его святыми. Вот он, источник радости. Мы сегодня вроде и труд постояли на службе, поднялись на скалу. Может, кому-то и трудновато было, но поднялись там. И мы все утешены и все радуемся, потому что Господь здесь, угодник Божий, святитель Николай незримо присутствует. Мы чувствуем отголосок Его молитвы сегодня в вечности у престола Святой Троицы, отголосок этим утешением и радостью, которая распростерлась сегодня в этот праздник, утешительный, великий, радостный над всеми нами. И что хочу еще сказать, братья и сестры? Святитель Николай Чудотворец, Пантелеймон Целитель, Варвара Великомученица, преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, угодники Киево-Печерские с преподобными Антонием Феодосием, Иов Почаевский и многие-многие другие угодники. Великие ли это угодники Божии? Но заметьте, их объединяет одно. Они были в Церкви Христовой. Много ли раскол дал святых и старцев? Нет, только позор дал нашей державе и нашему обществу. А наша Церковь Святая воспитывает от таких угодников Божьих, которые люди не то что столетиями, тысячелетиями не забывают, и которые способны даже по отшествии земного мира быть утешением для нас, находящихся в юдоле земной. Дай Боже, братья и сестры, и нам держаться нашей Святой Матери Церкви, потому что так завещали нам угодники Божии, подвигом и чистотою веры храня. И нам не надо доказывать, какая церковь. Мы ее знаем, и мы верим. Один из догматов в символе веры мы поем «Верую во едину, святую, соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение во столение грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века». А будущий век –
Царство Небесное, оно сегодня преклонилось к нам и утешило нас великим утешением благодатной вечности с Богом и со святыми. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воздержание Учителя, не видя стаду твоему, я же решение. Во время водосвятия в Свято-Николаевском храме совершалось помазание святым елеем от лампады у чудотворной иконы святителя Николая. Чаяния святителю Николаю, верующие крестным ходом спустились к Успенскому собору, в котором последовали отпуск богослужений этого дня и целование креста.